Вот канатная дорога эта, которую строят. Надо будет почитать. Да. Что это такое? Вот в этом павильоне была выставка. Мы сейчас пойдем аптеку еще поищем. Так, мы сейчас зашли в торгово-выставочный центр профсоюзов. Может быть, что тут интересно? Специальная программа «Профсоюзная путевка». Нужно пластырь. Нам нужно пластырь. Пошли. Хорошие, нормальные цены. Смотри, 7 льна 30 рублей. Клевер, малина. Душица. А интересно, душица. Василёк. Обожаю душицу. Душица. Чай такой вкусный. Я же все время сама собирала. Дони. Да, все травы. Ру. Очень вкусно. Душица, прям потрясающе. Смотри, какие меда. Хлопковый мед, каштановый, соты, акациевый, разнотравье, царский, малиновый, луговой, майский, лесной, шалфейный. Крема, глянь, от мозоли, от грибка, от потливости, каких только нету. Мед разных сортов, сбор 2018. Мед, кокосовое масло. Славянское. Кедровые орешки полкилограмма 845 и килограмм 1690. Зубная паста для похудения. Где? Ее надо есть или надо намазать калием? Так. О, индийская. Я за 150 покупала, здесь 200. Индийская, да, красная зубная паста. С перчиком. Не, ну а как это от зубной пасты может похудеть? Ну, наверное, впитывается что-то в кровь. Ну, это ир. Пиар-код. Вечная молодость, сила императора. Мухомор против. Я же спрашивала, мухомор помогает? Его. Конечно, он же лечит. Омега-3. Мухомор. В общем, это, наверное, против натоптышей, грибка. Из мумию. Против грибка и потливости. А я же тебе вот сейчас читала, там показывала. Нет, ну мухомор. А, ну там тоже мухомор. Помазала просто... и нету грибка. Да? Съел и нет грибка внутри. Мы нашли местечко. Релакс. Релакс, да. Релакс. И сейчас у нас пятиминутка отдыха и медитации. Мы валяемся. Да, мы валяемся. Так хорошо. Вот на таком фоне. Все валяются. Тут кресло в другое положение не поставить. Тут оно, в принципе, валяется. Можно было бы посидеть, но приходится лежать. Принудительно. Да. Мы вынуждены. Светланка говорит, сейчас наши взоры устремятся в космос. Я говорю, слушаю. Я думала, она мне будет медитацию читать. Она говорит, мы идем в павильон космос. Ну что? Визуально будем наслаждаться. Ясно. Ну тогда подъем. Медитировать будем дома. Хотя вообще-то, конечно. Здесь можно. Так классно. Просто надо уметь это делать. Ну, кто не умеет медитировать, может вздремнуть. А мы тут две радуги увидели. Да, вот здесь вот, я не знаю, будет видно или нет, по диагонали на этом фонтане, вот так, вот в эту сторону, вверх радуга. А на этом наоборот, вот так, как окончание, да. Ну вот на том мне хорошо видно.
Так. Космос, поехали? Полетели. Он сказал, поехали, и взмахнул рукой. Полетели. Мне очень понравилась эта тема отдельных кресел, отдельных стульчиков. Потому что иногда скамейка вроде бы и большая, но сидит там парочка, и люди стесняются подсаживаться. Каждому хочется какое-то личное пространство. И вот это вот кресло не вмонтированное в асфальт, можно перетаскивать, передвигать, как тебе нравится, лицом к фонтанам или лицом к солнцу, или подтащить туда, где ты хочешь в компании посидеть. Вообще просто замечательно, молодцы, все для людей, все для людей. Город хорошеет не по дням, а по часам. Место отдыха замечательное. И можно здесь целый день провести. И погода нам, конечно, повезло. Но даже если ты не хочешь тратить деньги, ходить по выставкам, еще куда-то, туалет здесь бесплатный, вот за этими корпусами туалеты бесплатные, хорошие, большие, чистые. И также с собой, если брать какие-то бутербродики, то можно вот так вот просто наслаждаться такой красотой. Вон люди приезжают кататься, кто на роликах, кто на самокатах. Вот как Украину отреставрировали. Да, слушайте, а он же был не дореставрирован, он да, закрыт этот был. Закрыт комплекс Украина. Вот сейчас какая. Очень красивая. Красивое здание Украины. Вообще невероятной красоты. Нет слов. Словарного запаса не хватает. Только вот так вот. Ах, ох, и может камера только отразить всю эту красоту. А вот нет, наверное, не надо мороженку. Вот рядом с Украиной Республика Беларусь расположилась. Но здесь мы тогда с тобой были, да, сходили. Очень нам понравилось. Вот. Даже кое-что купили. Фасанчики есть. Булочка. Нет, мы с тобой хотели потом хинкали. Ну, хинкали это не скоро будет, я просто предупреждаю. Ты хочешь перекусить? Просто смотри, нам сюда булочка. Надо, потом нам в этот москвариум, где он там? Москвариум. Нет, нам надо что-то, москвариум, ну, это что-то укусить, иначе, да, иначе не выдержит наше. Так, ага. Сэндвич с лососем. Сэндвич с ветчиной и сыром. Сосиска в тесте. Хачапури. Вот хачапури, наверное, можно взять. Как ты думаешь? Да, солененькая, 150. Ага, так, что давай. Там еще кофе уже? Да, наверное, давай. Ага. Так, может быть, тогда присесть где-то, перекусить вначале? А, мы есть где круассанчики. Вот, вот а... есть булка за 80 апельсин. Есть торт малина за 150, эклерчики есть за 80, вот, коктейль молочный, клубничный, шоколадный, ванильный. А, называется булочка, кафе, круассанчик за здоровье Саши, да? Саши. Ням-ням. For your health, darling. She eating круассан. Ням-ням. Макароны золотым населением. Они без глютена, и поэтому ручка дорогие. А, так. Горячие напитки. Чай 90. Чай 90. Холодные напитки. Фанта 120. Так, где наши коктейли? Так, мне розовую. Тебе какую трубочку? Мне все равно. Ну, у тебя, да, желтая больше гармонирует. Как же может быть все равно? У меня, ну, вот розовая. Ну, раз я взяла желтую, но, наверное, было не все равно. Давай найдем, где приземлиться, перекусить. Ой, как будто мороженое хватало. Ира, пробуй. Пробуй скорее. Ням-ням. Ты попробуй. Очень вкусно. Не уронишь? У меня просто хачапури еще в руке, да. Я прижала прямо к сердцу, мороженое, чтобы не уронить. Мороженое, в стаканчиках. Да. В этих картонах, помнишь? Угу. Прям мороженое. Вкусное, прям вкусное.
Мы хотим найти какое-то пристанище, чтобы и сидеть, и смотреть, обозревать. По газону. Так а газон уже вытоптанный, да? Тут до нас уже такие же слоники, да. Ну что, здесь присядем? Или там есть где получше? Давай вот здесь облокотимся в тенечке. Давай. С той стороны за елочкой. За елочками. Не хочется на солнце. Да, да, не хочется, чтобы нас напекало. Мне тоже не хочется сильно на солнце. Какие-то солнышко, но зачем употреблять? Без передозу. Так, я боюсь, как бы тут вот голубиное воровство не процветало. Оставлю сейчас этот хачапури. И ага. Легенький, да. Рюкзачок совсем легенький. Угу. Там только вода, запасная камера и аккумулятор. Какой вкусный коктейль. А ты не присядешь на холодок? Ну, это ж какой у нас тут самолет летает. Да. Там буран, здесь... Буран это, ракета-носитель, да, Буран? Да, 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 который в космос, подожди, что это? А, Як сокла. Мне, конечно, запрещают им булки давать, но они такие жалобно так просили. У меня от хачапури кусочек остался. Просят. На вот воробьям, я что-то к воробьям питаю. Сейчас я вам остатки раскрошу. Потом надо будет семечками запастись, нежаренными. Все, ребят, извиняюсь. Дико извиняюсь. Летите куда-нибудь на поля. Созрели подсолнухи. Да, ребята. Где продают? Туда летят. Там у них много, да. Назад. Идите туда. Ты что, мне не веришь, что ли? Нет у меня больше ничего. Людям надо доверять. Подошел такой, проверил, чуть ли не в сумку залез. Желторотик еще был, видишь, у него еще молоденький. Это в настоящую величину, да? Такие, какие ракеты у нас запускались. Наверное, так должно быть. Или это просто украшение? Здесь идет монтаж Всероссийского фестиваля энергосбережения в месте ярче. Месте... Завтра. И завтра, и в воскресенье. Доброе. 871 Москва. Вот в Москве 871 год будет. Вот они тут что-то... Годик. Девочки. А что, нельзя в космос? В космос нельзя? Вот туда. В космос далеко можно. Да. А вон вертолет еще, видишь? Вот самолет. Як-42. А вот ракета красавица. Ракета, да, конечно, да. Восток, да. Это вот такой, какой была ракета «Восток». Ой, это вообще, это что-то. Что, вы здесь пойдем? Прямо здесь? Да, мы пройдем, если что. Полезли? Я нашла пошире. Пошире? После хачапури? Да. Музей оптических иллюзий. У нас Олежка сюда ходил с Борькой. Интересно? Интересно ему было. Там лабиринт из зеркал, там еще какие-то. В общем, мы ждали тут с Олежкой, они с Борькой ходили. А вы почему ждали? Не хотели идти? Неинтересно было? Нет, ну как-то... Шикардос. Шикардос, да, вот по сравнению с теми людьми, которые ходят под хочу ними. Хочу сфотографировать, пока солнца нет. Угу. И тебя давай, вставай сюда, я тебя тоже еще... Да? Конечно. Я не закрою ракету? Нет. Вы слишком о себе мнение прям какого-то. Гигантского. Какой, как истребитель, наверное, да. Вот ракету.
А вот Светланка считает, что это МиГ 27. Супер. Вот тоже красивый павильон. Ага. Ну что, пойдем нам сюда. Дитя такое едет. Само не хочет толкаться. Папа везет. О, прямо как Исаакиевский. Это, наверное, стоят. Красота. Пошли, ага.